Привет, ребятишки, девчонки и мальчишки! Ну-ка, не ленитесь, а здоровьем зарядитесь! С вами Катя, Ксюша и наш друг Муравей! Ну и, конечно же, я, Филя. Итак, начали! Вот полянка, а вокруг липы выстроились в круг. Липы кронами шумят, ветры в их листве гудят. Вниз верхушки пригибают и качают их, качают. После дождика и гроз липы льют потоки слез. Каждый листик по слезинке должен сбросить на тропинке. Капли капают, кап-кап. Да чего же листик слаб? Он умоется дождем, будет крепнуть с каждым днем. Хе-хей! Что ж, спасибо всем, друзья! Ребята, не забывайте делать зарядку, будете в порядке! До свидания!